Глядя на этих танцоров, сложно поверить то, что большинство из них уже в пенсионном возрасте. Сегодня они с огнем в глазах кружатся в танце, шутят и поют. А количество энергии, которой наполнены эти пожилые люди, позавидуют даже молодежь. Антонина и Владимир Величко творчеством увлекаются давно. Но в канун Международного дня женщин они подготовили действительно особенный номер – душевную песню. Да что там говорить, в этот день в Центральной библиотеке Новополоцка царит веселье и дух творчества. Во-первых, после танцев немножко тяжеловато было, ну, волнительно, естественно, потому что мы пели вдвоем первый раз с ним. Ну, люди встретили хорошо, и мы, в общем-то, довольны, с удовольствием для людей спели эту песню. Она меня на праздник заставила спеть. Вас заставили? Ну, конечно, я уже давно не пел. Разве можно в моем возрасте петь? Если попросят, мы еще раз споем. 134 человека – такое количество пожилых людей посещают отделение дневного пребывания. Его сотрудники создают атмосферу тепла и уюта. Говорят, мероприятий на год нынешний для пожилых людей запланировано множество. У нас есть план на месяц, и мероприятия проходят у нас ежедневно. Это разные мероприятия. Это или различные гостиные, литературные, музыкальные. Также встреча со знаменитыми гостями города. Мы, как представители молодежи города, не остались в стороне и внесли свой вклад в качестве поздравлений музыкальных и танцевальных, вокальных. Поздравлений от нашего актива молодежи, нашим глубоко любящим, нашим ярким, красивым женщинам. В конце мероприятия каждый гость получил от актива молодежи мини-сувенир – тюльпан, сделанный своими руками, чтобы каждая женщина смогла себя почувствовать по-настоящему нужной. И пусть наши женщины получают цветы не только по праздникам, а приятные слова и комплименты пусть не умолкают никогда. Ольга Войтова, Артем Табаков, Вектор ТВ.